Это просто супер. Так, ну что, мои дорогие... Мои дорогие ценители прекрасного. Сейчас я пройду эту игру, вы даже не успеете понять. Есть дом. Это мой дом. Собака Макс Бетюла. Это мой дом. Улица Хижина Гномов, дом 3, корпус Д. Я тут живу. Это, кстати, мой город, я тут живу. Я тут родился. Шука, давай, ты же герой должен сначала купить волшебную книгу. Да нахуй надо, я лучше пивас куплю. Шлюшку бери, будешь в рот брать, ублажать всех и выигрывать. Ебать, там есть по рукам. Больше того, по рукам. Ебать. Вот, ребят, как надо аргументировать. Посмотрите, пожалуйста, как надо аргументировать. Пошли, вернемся к этому лучнику и надаем ему пиздов. Да ебать, да хорош, да какого хуя? Это что мой дом. У меня слезы. Терек или Джилар? Чего, блядь, ты имя меня придумал? Какого хуя я играю за Терек или Джихад? Терек, блядь. Надо, не сохраняй. Я никогда не видел, чтобы вот таким занимался. Собака 3XH. Ага-х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 а-
Социализм есть эксплуатация человека человеком. Правильно, а социализм? Социализм наоборот. Я никогда не видел, чтобы вот таким занимался. Собака 3XH. Ага-ха-ха-ха-ха-ха. Что это было? Еще хочу. А как играть героев? Нужны бабки. Нужны капуста. Стронги просто носили неделю никто. Ласки. Ласки, блядь. Целую неделю мы ласкаем друг друга. Население городов и замков выросло. За неделю, прикинь, все ласкали друг друга и просто в бабки. Умножились неделю на два. Прошла. Охуеть. Ноль героев. О, это кто? Кто из них я? А, меня здесь нет. В это что, серьезно, люди играют? Типа, им это интересно или что? Смотри, фонарик светится. Обследовав местную территорию, вы обнаружите тщательно спрятанный сундук. Нихуя себе тщательно спрятанный, да он на полкарты, он... Он как отдельное здание, этот сундук стоял, тщательно спрятанный. Да это здание в виде сундука. Какого хуя, он вообще ни разу Собака не спрятанный. Его с космоса видно, я вижу как... Я вижу вселенную. Собака Лизар, и этот ящик. Вы можете забрать золото и раздать его крестьянам, которые будут рады поделиться с вами своим опытом. Ваш выбор. Да пошли они нахуй, крестьяне, я беру кэш. Сосите, твари. Бонжур, ёпта. Ща опозоришь нас. Подумает, русские играть не умеют. Кого, блядь? Ты чё несёшь? Кого играть? Пиздец, какой-то, блядь, брол происходит. Чисто потасовка. Все пиздят друг друга. На, стреляй. На, бей сзади его. На, бэкстэбжу. Развлекай молча. Упс. Так, стой, надо воскресить. Чё это за хуйня с солнышком? А у меня 210.52. Бля, чё это с солнышком не так? Посмотрите его на лицо. Чё с этим солнцем? Оно такое... Давайте вернём тур под чёрт. Оно такое... Бра. Оно такое говорит... Дуд. Солнышко накопало травы. Смотри, как он сладко дунул. Смотри, дедок сладко дунул, ок, да. Смотри, такой... Чисто вейп он вдувает его, смотри. И на него солнце такое, смотри, типа, бра. А он такой... Ты должен думать, бра. Ты должен думать. Здравствуйте, Кристиан. Меня зовут Октавия. Меня зовут Шкода Октавия. Мы тут это. Это вообще-то мой домик был. Ну ладно. Продолжим разговор. Можно войти в ваш рубин?
Почему детская настенная порно? Бутылка, я беру. Я прям чувствую эти взрослые серьезные шутки. Не за что спасибо говорить. Но никнейм твой классный. Новый. Спасибо. Гораздо лучше, чем просто Абенбак. Когда Абенбак, тебе впадло вообще что-то придумать, заморачиваться, ты просто пишешь Абенбак. Ну хоть бы выдумал себе псевдоним. Так. А тут ты вообще как бы не старался, а придумать никнейм в наши годы очень сложно. Знаешь, сколько никнеймов зарегистрировано? Много. Здесь не построить ничего. Не понял, мы победили? Да ладно, я не пососал? A few moments later. Я заебался вот это вот 3 часа сосать. Я просто уже не могу, брат. У меня уже рот болит. Алло? У вас 7 дней захватить город, начав вычищение с лица земли. А ты не можешь, блядь, перепрыгнуть его? Пизда. Сотворить заклинание, бра. Фу, блядь, уберите от меня, это солнце вонючее. Джереми. Он сейчас идет. Джереми. 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 А да? Миссия провалена, не понял. Постой. Все, пошли в Марио.